Давайте приготовим вместе с вами пицца бон. Для этого нам понадобится творог в брикете, яйцо, специи по вкусу. Все хорошенько перемешиваем, добавляем муку, разрыхлитель, перемешиваем и отправляем наше тесто в холодильник. Раскатываем наше тесто, распределяем нашу начинку и сворачиваем рулет, как показано на видео. Из двух частей у нас получается один рулет. Отправляем его в форму и следом в духовку на 30-40 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!